Что-то мы с тобой много говорили о Вселенной, а о Земле еще ничего не сказали. А ведь ее уникальность уже очевидна потому, что она является колыбелью человечества. В шестом аяте сур Ан-Наба Всевышний говорит: «Алям наджа'аль аль-арда мигада» – «Разве мы не сделали землю ложем?» В аяте использовано слово «мигад», происходящее от слова «махд», то есть «колыбель». Сейчас, когда мы знаем о движении Земли, подобное кажется удивительным, поскольку колыбель создает уют для того, кто в ней, хотя внешне она кажется неспокойной. Вот и мы с тобой, сидя друг напротив друга, можем с уверенностью сказать, что Земля статична. Но в это самое время она вращается вокруг своей оси со скоростью 1674 км в час и со скоростью 30 км в секунду вокруг Солнца. Кроме того, Солнечная система движется по орбите вокруг центра галактики со скоростью 830 тысяч км в час. А сама галактика летит в космическом пространстве со скоростью 2 миллиона километров в час. При этом, несмотря на форму Земли и сумасшедшие скорости Вселенной, мы не просто наблюдаем статику, но имеем возможность идти по Земле, совершенно не замечая ее чарообразность. Мы должны не просто констатировать эти поистине впечатляющие знамения, но и понимать, сколь велика наша ответственность перед Богом за сохранность для новых поколений экологии Земли с ее богатейшей флорой и фауной. Кстати, я поддержал инициативу раздельного сбора мусора. Присоединяйся и ты.